Свободно качается.
осторожно, Ганя. Все. Еще. А оно застряло. Оно встало. Не, не. Приподнято. Еще. О. О. А сюда не надо? Майна. Так, а теперь туда чуть-чуть. Вернулось. Чтобы его по центру. Во-во-во-во-во-во. Сейчас. Майна. Мы закончили полностью все утепление с Богданом. Всем привет. Полностью все утепление. Сейчас я стану нарезать закладные детальки на каждую колонну. Повалю на каждую колонну закладные, чтобы к ним приваривать клетки. И потом начну обшивать вот таким профлистом. Вот такой профлист. Сейчас я даже один поставлю, прикину. Прикину, как оно будет. Да все вот. Вот таким образом вот такие будут стены внутри, а на несущих опорах будут торчать такие две закладушки, флажки, чтобы я к ним приваривал потом перегородки, чтобы потом не искать, не вырезать дырку, не варить ничего, а так будет закладная деталь торчать, я к ней приварюсь перегородкой и все. Вот таким образом будут внутренние стены. Мне кажется, будет то, что надо. И еще что я решил с этой стороны, вот здесь, где первая клетка, вот эта 3х2, я сделаю тут типа кабинетика, выложу с газобетона десятки, ну не кабинетика, а типа комнаты, где проводить, где пара диванчика, может, кофе попить, где переодеться, кофе попить, так само кастрировать, зубы кусать, и хвосты купировать в этой комнате, чтобы не в сарае никуда их не носить, а прямо в этой комнате и заниматься купировкой хвостом, ставить железо, ну и так дальше и тому подобное. Утепление полностью нам хватило, еще осталось 30 квадратов пенопласта. Как раз 30 квадратов мне хватит на два фронтона, еще чуть-чуть на крышу. На крышу надо докуплять. Крышу я не покупаю, а кто-то пишет, что ты не накрываешь крышу. Потому что сейчас идет уборка, и нам надо, вот как я выхватил, это вообще чудным образом, 3 тонны гороха по 2 гривна. Сейчас только что ездил, завтра утром мне привезут пшеничные отходы, ну там идеально чистые, завтра утром привезут 5 тонн пшеничных отходов по 3 гривна. Там чистые, я потом вам покажу, как привезут, и накладную покажу, нам с комплекса привезут. И в принципе я уже затаренный, все есть. Так что вот поэтому я и не беру сразу так крышу. Я бы уже купил бы крышу. Я просто хочу запастись кормами, а потом уже делать как бы сарай. Тут по сараю осталось, как я вижу, недолго. Ну так дня не ждаю, еще работы много, но на самом деле немного. Канашечка у нас уже есть. Я крышку положу на раствор, и здесь еще мы будем поднимать сантиметров до 20. Тут будет песком засыпаться, расширяться и внутри, и здесь, и заливаться бетон. Тут будет большой навес,
пошли по бойне. И мы хотим еще поднять вот так, чтобы было ровно, чтобы можно заезжать. И поднять немного, да. Так что, друзья. И, кстати, переходим на мій канал, там буде оцей, кстати, горох, ми його складатимемо, показуватимемо, так що переходимо. Перший коментарій на мій канал, так що переходимо, ставте лайки. Всім пока. Пока.